запечатлели события. Сегодня проходит пикет в честь поддержки телевидения Сердзинска. Я за то, что телевидение Сердзинска обещало на Ростелекоме. Народ должен знать, что происходит в регионе. Телевидение Сердзинска – это единственное, кто передает новости и говорят правду, что у нас творится в Сердзинске и в Архангельской области. Я снимаю события. Это я не зря пошел. Это нужно, что люди, как там? Пошли. Видишь? Пошли. Все эту фразу знаю. Спасибо большое. Хотите пару слов сказать? Слушайте, но на самом деле, я это уже сказал и скажу еще раз. СТВ – это последнее, а может быть, единственное в нашей области абсолютно независимое телевидение, которое в состоянии выдавать реальную информацию о том, что происходит в городе, никогда ее не скрывает и посвящает ее очень широко. Соответственно, тот знаменитый сюжет про Шелупонь, про который сказал губернатор на собрании, снимало очень много телерадиокомпаний, но смелости выйти в эфир и сделать сюжет хватило только у Наташи Луниной, за что огромное спасибо ей, всему коллективу СТВ и администрации. Мы сделаем все возможное, чтобы нам открыты наши глаза государственная телерадиокомпания Ростелеком, которая в определенной степени является провайдером для многих северодвинцев, нам эти глаза не закрыты. Спасибо огромное. Спасибо. Дай Бог здоровья. Где что-то что-нибудь сказать? Только одно. Нам наступили на горло. Конституция нам разрешает и митинги, и все остальное. Но и СТВ, и как сказать, запрет – это не конституционно. Спасибо, дай Бог здоровья. Где что-нибудь сказать? Где же люди? Ну что я могу сказать, что практически, наверное, здесь все люди говорят, что СТВ – это единственное телевидение в области, которое говорит правду. И мы не можем смотреть наше Поморье, которое все называют позорье. Вот, и вот СТВ все проблемы освещает правильно, и мы рады, что вся область в деревнях, во всех районах может это видеть. Спасибо огромное, дай Бог здоровья. Спасибо им. Спасибо, все. В СТВ мы все смотрим и поддерживаем. И на НТС будем приходить, если... Я абонент Ростелекома, поэтому я бы хотела смотреть на Ростелекоме дальше. Но если этого не будет, мне придется, к сожалению, перейти на другого оператора, например, на НТС. Хотите что-нибудь сказать? Нет. Нет? Ну, сразу. Спасибо. Мы так сказали все. Где что-нибудь сказать? Нет. Давай. Ну, пошли. Снимаешь? Да, я снимаю. Это потому что надо. Это то, что... А сейчас как? Это то, что я снимаю, это потом пригодится. Ну, ты ребенок, ты себя. Ну, давай я тебя сниму. Давай. Хотите что-нибудь сказать в поддержку Ростелекома? То есть в поддержку телевидения Сердзинска? Извини, я на несколько. Не, я не буду. Ну, ладно. Потому что это надо готовиться, и плакат надо убирать. У нас плакаты говорят высоко. Ой. Понятно. Ну, он будет... Привет. Ну все, видишь, все, я сюжет уже сделал. А ты пошли отсюда. GoPro выключись. Камера выключись. Давай. Ну ладно.